Война в Украине для России в цифрах. Сколько тратила Российская Федерация на войну в Украине в мае и сколько тратит сейчас? По расчетам, которые проводились еще в мае военным изданием Софреп, Российская Федерация тратила на войну с Украиной 900 миллионов долларов каждый день. В эту сумму тогда входили выплаты солдатам, обеспечение их боеприпасами и ракетами, а также расходы по ремонту поврежденной военной техники. В том же таки мае, то есть на тот момент за 3 месяца войны, Российская Федерация в целом потратила на войну 20 миллиардов долларов. А уже в июле сумма ежедневных затрат на войну в Украине существенно отличается. По данным издания Forbes, теперь Россия тратит на день войны против Украины около 400 миллионов долларов. Дороже всего стране-агрессору обходятся снаряды и ракеты. По Украине захватчики выпускают около 20 ракет в день. Цены на них примерно составляют от несколько сотен тысяч долларов до 10 миллионов долларов. Не стоит забывать о ракетных комплексах «Искандер» по 3 миллиона долларов каждый, а еще «Калибр» по 6,5 миллионов долларов. В среднем за день войны Российская Федерация теряет авиации на сумму 60 миллионов долларов, а танков и бронемашин на 40 миллионов. Что касается техники времен Советского Союза, то посчитать эту сумму довольно сложно, но именно этой техники у Российской Федерации очень много. Многое вооружение, которое сейчас используется в Украине активно, оно производство Советского Союза. Курс доллара, рубля в тот момент был там один. Стоимость затрат на производство той техники была там А, сейчас стоимость это Б. Несложно подсчитать, что сумма, выделяемая на войну в Украине в мае и июле, сократилась на 500 миллионов долларов. И в первую очередь эта разница влияет на российских военных, которых из-за сокращения бюджета на войну просто обманывают. Количество выплат стало меньше, потому что Россия старается экономить на войне в Украине. Те, которые даже сейчас воюют, им просто не выплачивают, задерживают, на местах разворовываются. Действительно, одна из самых маленьких статей расходов – это зарплаты российских военных. С расчетом на то, что Киев будет взять за 3 дня, как надеялись в Кремле, российским военным сначала предлагали действительно неплохие деньги. Но как и блицкриг по-русски, так и большие выплаты для российских военных стали лишь наивными мечтами самих русских. Похожая ситуация с оплатой участия в войне наемников российских ПИК. Среди них учащаются случаи отказа от выезда на территорию Украины. Причина – невыполнение условий заключенных контрактов. Боевики не получают средств за участие в боевых действиях. Компенсация за ранения и обещанные социальные гарантии. Не рассчитывали в Кремле и на такое сопротивление со стороны Украины. Маленькая по размеру в сравнении с Россией Украина, которую атаковали с 3 сторон, не просто держится, но и знатно дает отпор оккупантам уже 5-й месяц. Чего стоило только потопление гордости российского флота крейсера «Москва». А стоило это Российской Федерации аж 750 миллионов долларов. В целом Украина уничтожила российский флот на сумму более 1 миллиард долларов. К тому же Россия уже потеряла больше 39 тысяч военных, семьям которых нужно выплачивать деньги. Но, конечно же, в Российской Федерации на этот пункт особо не раскошеливаются. Те, кто погибли, родственникам тоже стараются там не сильно выплачивать, пытаются играться в какие-то разные бюрократические составляющие, там нет тела, нет дела, погиб не на передовой, а там где-то в глубине позиции, были специальные разнарядки вниз по вертикали о том, что если сомнительная смерть там при невыясненных обстоятельствах, пишите, что погиб там не на передовой, там самострел, ранение, там ДТП, что угодно, лишь бы не выплачивать эти деньги. В российском списке на ком сэкономить также и раненые. Март-апрель, когда раненым выплачивают деньги, а потом забирают буквально через несколько недель, аргументируют тем, что те ранения несерьезны. Даже тела своих горе-героев Российская Федерация не забирает с украинской земли. Все для того, чтобы сэкономить. Не забываем, сколько случаев, когда украинские собаки просто загрызли, съели тела вот этих российских захватчиков, просто сгнили. И эти люди просто числятся как пропавшие без вести.
Но не стоит забывать, что ни сумма за май в 900 миллионов долларов, ни сумма за июль в 400 миллионов долларов не учитывает, сколько Россия потеряла финансово из-за жестких экономических санкций, введенных против нее после вторжения в Украину 24 февраля. Согласно отчету CNBS, российская экономика может вернуться на 30 лет назад.